Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем корабль «Секрет океана». В набор входит инструкция, клей, наждачка, нить, ткань и детали конструктора. Все детали пронумерованы. Этим знаком в плашке обозначены вспомогательные инструменты. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. Этим знаком в плашке обозначены запасные детали. На каждой странице мы увидим места расположения нужных нам деталей. Эту модель мы легко соберем без клея. Клей нам понадобится только в тех случаях, если мы случайно сломали деталь или если захотим укрепить с помощью него некоторые моменты в сборке. Для таких неровностей используем наждачку. Этот вспомогательный инструмент пригодится нам при извлечении мелких и тонких деталей из плашки. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий.
вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Обратите внимание на направление засечки, она должна смотреть вниз. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Обратите внимание на направление засечки, она должна смотреть вниз. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Обратите внимание на направление засечки, она должна смотреть вниз. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Обратите внимание на направление засечки, она должна смотреть вниз. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Обратите внимание на направление засечки, она должна смотреть вниз. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Обратите внимание на направление засечки, она должна смотреть вниз. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Обратите внимание на направление засечки, она должна смотреть вниз.
Некоторые детали расположены внутри других деталей. Просто извлеките их и отложите до нужного момента. Вставляя эту деталь, используйте нажим только в области отверстий. Обратите внимание на направление засечки, она должна смотреть вниз. Деталь под номером 35 должна быть заведена в боковые пазы деталей под номерами 8, 9, 10 и 11. Обратите внимание на направление детали под номером 36. Ее короткий конец должен быть в носовой части корабля, а конец подлиннее должен быть в задней части корабля.
Обратите внимание на отличие деталей под номерами 47 и 46. Будьте аккуратны с деталями, которые отмечены значком хрупкости. Обратите внимание на отличие и расположение деталей под номерами 49 и 50. У детали под номером 50 на 3 гвоздика больше.
Обратите внимание на расположение детали под номером 51. Ее нижний край должен войти в дугообразное отверстие.
Детали под номером 66 для удобства можно вставить, используя вспомогательный инструмент. Обратите внимание на отличие деталей, их номера и отметки.
обращаем внимание на номера деталей и их расположение. Oh,
Будьте аккуратны с хрупкими деталями. Если вы обнаружили, что случайно сломали деталь, не переживайте, вы легко сможете ее склеить. Главное, дайте детали просохнуть, чтобы она вновь обрела прочность. Обратите внимание на направление мачты.
Обратите внимание на направление мачты. Здесь мне захотелось закрепить клеем деталь под номером 107. Этот лист вырежьте из инструкции. На этом листе указаны условные обозначения узлов и линейков 25 см, с помощью которой мы будем отмерять нить нужной длины для каждого действия. Чтобы номера парусов были виднее, положите ткань на белый лист.
Для этого действия нам понадобится нить в 70 сантиметров. Старайтесь, чтобы нить была натянута. Чтобы кончик нити не расползался, аккуратно его подпалите. Для узла используем тот конец нити, который равен 20 сантиметрам. Фиксируем нить в той засечке, которая ближе всех к мачте.
для узла используем тот конец нити, который равен 20 сантиметрам.
цепляем нить за предпоследний гвоздик. Цепляем нить за предпоследний гвоздик.
цепляем нить за второй гвоздик. Цепляем нить за второй гвоздик. Обращаем внимание на верхнюю засечку, она должна находиться слева. Паруса прикрепляем матовой стороной вперед. На эту и следующие детали крайние петельки не нанизываем.
Сначала продеваем нижние петельки верхнего паруса, а затем крайние. Остальные продеваем по аналогии. Обращаем внимание на верхнюю засечку, она должна находиться слева. На эту и следующие детали крайние петельки не нанизываем. Обратите внимание, что на этой детали фиксирующая засечка находится только с одной стороны, и она должна находиться слева. Обратите внимание, что на этой детали фиксирующая засечка находится только с одной стороны, и она должна находиться слева. Сначала продеваем нижние петельки верхнего паруса, а затем крайние.
остальные продеваем по аналогии. Обращаем внимание на расположение сетки. Эту деталь цепляем за первые три гвоздика. Эту деталь цепляем за первые три гвоздика. С другой стороны делаем то же самое.
петельку паруса цепляем на гвоздик, который находится рядом с сеткой. С другой стороны делаем то же самое.
верхний парус цепляем к первому гвоздику, второй парус цепляем ко второму гвоздику и нижний парус цепляем к третьему гвоздику. Нить сверху мачты должна пройти между нитью и мачтой.
сверху мачты должна пройти между нитью и мачтой. Этот флаг под номером 144. Готово! У собранной модели вращаются штурвал и винт. При желании этот прекрасный корабль можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!